А спонсор сегодняшнего ролика – самый популярный сайт со шмотками из доты – dotamix.com. Давно проверенный сайт с кучей различных призов и множеством интересных режимов. Также, если вы давно не заходили туда, то прямо сейчас вы можете зайти и получить приятные бонусы. Ссылка в описании. Итак, народ, всем привет! У микрофона Кек, всегда Самовар. И сегодня я решил перезаписать свое старое видео, которое вы могли, наверное, уже многие видеть. И это видео представляет из себя ульт СФа, у которого есть 666 душ. А почему я решил перезаписать это видео? Во-первых, потому что я решил добавить СФу не 666 душ, а целых 1000. Поверьте мне, у него действительно сейчас 1000 душ, а не 666. Ну, я думаю, вы разницу заметите. Плюс, с того момента, как я записывал предыдущий ролик на эту тему, был добавлен аганим на СФа, и уже с этим аганимом души к нему возвращаются и выглядят в 2 раза эпичней. Плюс ко всему этому я решил сделать какой-нибудь более крутой слоу-мошен ко всему этому делу, потому что есть возможность. Ну и, в общем, вот как-то так. В общем, наверное, давайте начнем без лишней болтовни. Поехали! Ну и как дополнение я решил вам показать, что же будет, если СФ ультанет с 1000 душ возле Рошана. Как это примерно будет выглядеть. В общем, смотрим. Ну и на этом, собственно, все, ребят. Надеюсь, вас это видео впечатлило, потому что выглядит это действительно очень круто, красиво и эпично. Думаю, вы не будете злиться на то, что я перезаписал это видео, потому что имелся все-таки смысл, аганим как-никак и 1000 душ сделали свое дело. В общем, на этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно. Всем удачи и пока-пока.